Один из самых топовых закупленных образцов оборудования – это ангиограф. С помощью него можно проводить сложнейшие операции кровеносно-сосудистой системы за счет одновременной рентгеновской, ультразвуковой, томографической диагностики в режиме реального времени. Благодаря этому вмешательства становятся наши они более точные, более прецизионные, ну и, соответственно, более... Менее травматичные для пациента. Для человека, да. Ну и ежегодно мы выполняем около 800 таких операций. Вот. Но с новым оборудованием, я надеюсь, что мы перейдем через 1000. Обновили аппарат для лечения мочекаменной болезни, которую будут лечить при помощи ультразвука. В этом году планируется провести более 500 процедур. Отделение офтальмологии обзавелось высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет проводить операции по замене хрусталика всего за 8 минут. Мы раньше разрезали, делали большой разрез, то сейчас два минимальных прокола. И стремление идет, стремимся к тому, чтобы эти проколы все были меньше, меньше и меньше, чтобы реабилитация была короче и зрительные функции выше. На этом реновации не заканчиваются. Впереди большие планы не только на продолжение обновления технической базы клиники, но и на капитальный ремонт всего больничного комплекса. 23-25 год ознаменуется для краевой клинической больницы масштабным ремонтом капитальным и закупкой дополнительного оборудования на 172 миллиона. Мы все предусмотрели. У нас ремонты будут проводиться поблочно. Вы, наверное, знаете строение краевой клинической больницы, да, и одно отделение состоит из нескольких блоков. Поэтому у нас пациенты будут перемещаться в один блок, второй блок будет закрываться и будет вестись ремонт. Поэтому для пациента это будет неощутимо. Даниил Ботвинский, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.